Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня я нахожусь в городе Сегежа. Думаю, что в этом году это последний выездной турнир. В этом году ребята молодцы, что проводят перед Новым годом у себя турнир. Мы выехали очень рано, где-то, наверное, без 27. Вот, и вы уже находитесь в Сиеже. Сюда приехали ребята из Кими, с Медгоры, с Костомукши, ну и с Петрозаводска. Вот, и сейчас турнир уже начинается. Да, друзья, печальная новость к нам пришла. Но несмотря на эту печальную новость, мы продолжаем тренироваться. Главный судья соревнований, который сегодня не играет, Сидоров Леонид. Видите, он получил травму, когда играл в настольный теннис. Леня, кто сегодня выиграет? Кто у тебя первый сеянный? Муксимов по рейтингу. Муксимов первый сеянный. Можно вас ответить? Наружу снимать его. Так, ну все, на этом пока хватит репортаж. Сейчас будем фотографировать. Так, еще покучнее.